постановлении по УВД следственного отдела по Волжскому району города Саратова и Суэскара по Саратовской области Байшева утверждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мустафаева Сулеймана Вагифадуй, родившегося 28 февраля 1978 года в селе Дашкуляр, Грузия, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивение троих малолетних детей, работающего менеджером ООО «Ваш стоматолог», обвиняя в совершении преступления, предусмотренного пункта А, часть 1, статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, постановил продлить срок задержания обвиняемого Мустафаева Сулеймана Вагифадуя на 72 часа, то есть до 13 часов 00 минут 18 июня 2024 года.